Что там, как твой духовный рост? Тяжело. Война. Я вот еще это раньше я в роликах, ну, с кем-то, если говорю с человеком, да, вот, и ставил имя, фамилию его писал, и адрес, где он ВКонтакте, там, или в моем мире, или в Одноклассниках его, вот. А перестал, а почему? Потому что вот эти вот отступники всякие, вольнодумцы, вот, они сразу перехватывают, понимаешь, вот этот вот адрес. И все, и всей гурьбой туда, к этому человеку, отвращать его от. Но видит такой человек еще, знаешь, сомневающийся, еще неутвержденный. Я не давай его глушить. А у них аргументы очень даже весомые. Люди не выдерживают. А говорят, о чем? Там они просто напрочь срубают то, что священства никакого нету. То есть в Евангелии священники не описываются. Типа у нас один священник написано. Священник у нас Христос по чину Мельхиседека. И сам Христос называет тех, кто рождается свыше от Господа, а тех он называет уже священниками. Вы царственное священство, он говорит. То есть вы уже священники, вы приносите жертву. Какую жертву мы приносим? Мы приносим покаяние свое. Понимаешь, то есть раньше, если в Ветхом Завете приносили там тельцов, козлов, голубей на костер, на огонь, это была жертва Богу такая, знаешь. То есть люди отрывали от себя, как бы, ну, такое материальное приносили. А сегодня у нас жертва – это дух сокрушенный. То есть мы сокрушаемся в грехах и приносим покаяние Богу. Вот. И для этого, они говорят, священники совсем не нужны. Можно одному дома покаяться перед Богом, и все, и Бог тебя прощает. Для этого не надо никуда не ходить, видишь, как они говорят, что пусть образуйте дома, если ты лидер, вот, если есть задатки лидера, ну, собирай людей, там, насколько талант твой способствует этому, наберешь там 3-5 человек, если наберешь 100, то набирай 100, и домашние церкви такие образуйте дома, то есть занимайтесь по Слову Божию, Господа прославляйте. Ну, в принципе, так и было раньше, а в первом веке, в первого века церкви, когда христиане были гонимы, то есть они от государства гонимы были, так от простых людей неверующих, потому что их представляли каких-то вурдалаков. То есть они слышали, что вот эти люди едят плоти и пьют кровь, а представляли между собой неверующих, типа они людей ловят, вот, убивают их и мясо и кровь едят. Понимаешь, что с ненависть такая была к христианам. Ну ты вот представь только, если каждый начнут, я вот захотел сегодня, есть немного там, я могу говорить, да, вот я собрал сейчас там 5 человек, и все, мы собираемся каждое воскресенье, преломляем хлеб, да, пьем вино, хлеб кушаем, вот, и мы верим, у нас своя вера, мы, ну представь, в соседней квартире то же самое собрание, у них-то уже будет другая вера, потому что они совершенно по-иному будут толковать Писание. То есть каждый будет толковать от башки своей. То есть кому что в голову приходит. Ты представляешь, сколько это получится сект появится по всему миру, Уже таких есть. христианских. Но они есть, их тысячи, огромное количество. Насчет этого отца-то, как я уже забыл даже, как его зовут. Какой он отец? Он какой отец? Почему? А как? Это про которого? Про который поет? Да, как Пугачева раньше называлась, женщина, которая поет. А это вот это. Патриарх. Такие вещи говорю. Ну, смотрел, да, то, что я прислал. Пожалуйста, отче, прошу вас. Ермолов, пожалуйста, заранее прошу прощения. В нашем монастыре всем известный голос России Ермолов Фотий. И, в общем-то, я считаю это артефактом монашеским. И вот у меня ваше святейшество вот именно произвел вопрос, как мне с ним быть? Потому что человек, он постоянно на гастроли. Еще у него уже достаточно так собрался большой капитал, который он не мог. А если еще посмотреть то, что он в сетях, помимо того, что он поет, он еще говорит. Что? Помимо того, что он поет, он еще говорит.
И знаете, ему задали один корреспондент, задал вопрос, а почему вы стали петь? А он говорит, мне в монастыре стало скучно. Вот, обращаясь к вашему святейству, помогите, что мне с ним делать? Когда отец Фотий выиграл этот «Голос России», я сразу понял, что он вступает на очень сложный путь. Потому что нет ничего более разрушительного для правильного течения монастырской жизни, как личная слава. Ведь монахи, люди уходят в монастырь для того, чтобы отречься от мира, значит, и в том числе и от какой-то человеческой славы. Все это мешает. А здесь получилось так, что совсем молодой монах приобрел эту всенародную славу и, что самое главное, всенародную симпатию. Вот если была бы только слава, а вот такой любви людей не было, то я бы тогда употребил свою власть и запретил бы ему вообще выступать. Но я знаю, как очень многие люди через отца Фотия открывают для себя православную веру и православный мир. Вот для того, чтобы он сумел пройти по этому очень непростому пути, ему нужно помогать. Если его сейчас вот сказать, ты уже не выступай, ты там ничего не говори, ты вот давай иди там картошку чисти и так далее, ну, может быть, он и будет это делать. Но тогда, может быть, мы потеряем человека, голос которого сегодня обращает людей к Богу. Это факт. В том числе и интеллигенцию. Я никогда не думал, что среди вот этих современных наших певцов есть люди, способные через общение с отцом Фотием вдруг для себя открыть красоту православия и об этом открыто говорить. Вот я бы среди них проповедовать не смог, честное слово. А он не проповедует, он просто поет. Но ответственность за него вы, батюшка, несете, и вся община. Ни строгостью, ни приказами, а вы с владыкой немножко откорректируете его жизненную программу. И скажите, отец Фотий, вот давай договоримся вот так. Вот тебя приглашают. Ну вот мы, во-первых, должны знать, кто тебя приглашает, куда, зачем, насколько, все. Он не должен быть в свободном полете. Если он будет в свободном полете, он уже не член монашеской общины. Тогда просто его надо отпускать на все четыре стороны. А если он хочет быть членом монашеской общины, то отталкивать его нельзя и ломать не надо. Вот. Мы его не ломаем. Я вам скажу как. После этого выигранного конкурса, когда его поставили исповедовать, в храме ни один человек к нему не подошел. Чего-чего? Когда его поставили на исповедь, к нему не подошел ни один человек из прихожан нашего монастыря. Ну, у вас, может, такие строгие прихожане? Да там? Нет, у нас нет. Очень. У меня такие постоянные бабушки там, которые не любят современного пения. Он очень обиделся, а потом на данный момент он почти все время на гастролях. Ну, вот это для меня новость, я не знал это. Почти все время, причем даже это плохо. Митрополиты тоже приглашают его в свои епархии выступать. Ну, митрополиты, это хорошо, что приглашают. Я понимаю. Могут и матушки пригласить в монастыре. Очень много приходит приглашений, практически в монастыре его не бывает, службы он участвует. Вот такие. Ну, в тех это его... Это у меня моя боль. Я почему к вам обращаюсь? Понятно. Потому что это моя... Но я вам изложил свою позицию. Спасибо, да? Он делает доброе дело. Только дай Бог ему себя сохранить в этом делании. Фотий, как он появился? Вот монахи забыли. А как он появился? Нет, ну, я ведь насильник все этого монастыря. Я помню, как пришел это 16-летний Виталик. Понимаете? Сделали его певцом, монастырь сделал, там немножко ложь в его биографии, потому а что Питер не пел. Вот. У нас, мы наняли человека, который стоял голосом, достаточно дорого платили этому человеку, чтобы создать хор. Я думаю, с одной стороны, ирмонах, с одной стороны, как, с одной стороны, это, наверное, хорошо, а со стороны монашеский пример не очень хороший. Батюшка, пример не опасный. Этому примеру мало кто может последовать. Потому что таких талантов у нас маловато.
Не беспокойтесь, у вас половина монастыря на гастроли не поедет. Садитесь, пожалуйста. Простите. Спасибо, Господи. Я еще сомневался. Но я, в принципе, и сейчас все равно сомневаюсь. Может быть, это такое послушание там или что-то. Но это уже монашество попирают. Уже по Первому каналу сравнивают со всем этим делом. То есть грязь. Это, я же тебе говорю, это идет разрушение церкви. Разрушение всех канонов, устоев. Сердце защемило, сегодня я испугался. То есть все, что осталось вот на сегодняшний день в церкви, все это разрушено, добивается, можно сказать. Если еще что-то живет, вот тот вот он, наставник, вроде как, знаешь, возмущается, ну, там, который, у которого этот монах находится, вроде так возмущается, что не должно быть таким монахом. Как, он совершенно не духовный, это уже неверующий человек, этот вот Мундяев. Он, смотри, какой ответ дает. То есть этот настоятель говорит ему, он говорит, ну он же соблазн подает. Соблазн людям подает, христианам. А этот понимает, соблазн подает он там в монастыре. Я думаю, с одной стороны, иеромонах, с одной стороны, как? С одной стороны, это, наверное, хорошо, а со стороны монашества пример не очень хороший. Батюшка, пример не опасный. Этому примеру мало кто может последовать. Потому что таких талантов у нас маловато. Не беспокойтесь, у вас половина монастыря на гастроли не поедет. Садитесь, пожалуйста. Простите. Спасибо, Господи. Даже если сравнить вот то, что мы читаем в Писаниях отцов, и то, что вот я сейчас посмотрел с этим, то, что патриарх ответил, это же две разные вещи, это страшное дело. Монашество – это отречение полное, это, а тут, гляди, тут... И он это одобрил, эти поездки, все и певцы, и все. То есть смешали Аллу Пугачеву, грубо говоря, с монашеством, и Лепсы вот эти все. Слушай, ну тогда друган-то у меня прав во всем, что он говорит. По поводу чего прав? Я тебе говорю, он не прав по поводу того, что церкви у нас нету. По поводу того, что антихрист у нас в церкви, в московском патриархате. Антихрист, он везде. Написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он и сейчас вот среди нас тоже сидит. Сатана не пропускает ни одной литургии. Вот, это в чем выражается? То есть люди, когда приходят на служение, люди сами признают, что мысли такие в голову сразу лезут. Идет молитва, литургия, а в голову лезут вот эти блудные мысли. И вот у большинства людей, откуда берется человек, вроде говорит, я не думаю об этом, даже и не помышлял. И тут вдруг раз, и мысли такие. И стоишь, как муху отгоняешь на литургии. Это же не у всех. Есть же там и люди, которые действительно обращают молитву к Господу, которые с сатаной уже научились бороться. Вот, это у Василия Блаженного. У него спрашивают, Вась, на службе ты был? А он говорит, да был, народу-то много было. Он говорит, да 2 человека. Ну как 2 человека, собор забитый был полностью, там 1000 человек было. Он говорит, да я не знаю, не видел никого, двое стояли. Я читал, да, там про ребенка тоже там рассказывал, что ребенок смеялся, когда было причастие. А потом его спрашивают, а что ты смеялся, этот мальчик? А он говорит, что а когда ложку подносили ко рту, и прилетала ласточка или голубь, и склевывала, и они пустую ложку раз, и как будто проглотили. Понимаешь, он видел это все. Слушай, ну вот я был на исповеди, на причастии был. Исповедь у меня такая была, причем 2 раза. Утром исповедовался, но не готовился к причастию, не успел, в дороге был. А потом к батюшке-то подхожу, руки положил. А мне я спрашиваю, можно причаститься-то? А он так, глаза кверху, и отказать мне не может, и сказать не может. Я сразу отошел, а потом он ко мне подошел сам. И сказал, давай вечером ты почитай каноны. Ну, к тому пришел, да, деревенскому, да. Ты говорил. Вот, и прочитал, все, вечером меня исповедовал еще раз и причастил. И всю службу мы стояли, ну, не соврать, с 12:30 до 4:00. То есть он прям все досконально делал. Оказалось, а потом подвозил бабушку, ехал когда домой. Она сказала, что у него опухоль головного мозга,
была, что ли, и по-моему, сейчас рецидив. И спина больная. Я вот заметил, он в алтаре 2 раза садился. Я еще подумал, может быть, это так надо. Ну, там, может, служба такая. А потом я, ну, вспомнил. Может быть, он реально, он тяжело служит. Тяжело болеет. Боли постоянные. Но так кричал, когда Христос воскресе. Люди прям мертвые. Я сам чувствую, что мне надо было ответить громко так, с радостью, с искренней. А он улыбается, ему так радостно. А мы все как кирпичи. Там много народу было, деревня. Ну, вот. Ну, определить потому, батюшка верующий и неверующий, может, то, что он тебе уже в причастии отказал. Да. Это уже говорит о его вере и ревности по Богу. То есть сегодня попы, наоборот, кричат, причащайтесь, и всех подряд, кто бы... Причащают люди, просто приходят в гости посмотреть, да, в этот, не имея там верующий, неверующий, христианин, этих причащают. И курящих причащают. В соседней деревне была служба, там и курящих. Всех курящих, да. По сути-то они этим самым приучают людей к причастию, чтобы потом им же и понукать, да, людей. Вот, то есть не причащаешься, не спасешься. А еще у меня мысль такая возникла, знаешь, я стоял и думал перед исповедью, думал, мне стыдно перед батюшкой исповедаться, а так вот, чтобы там перед Богом, так вот подумал, перед Богом мне не стыдно, он-то меня знает, я-то ему все расскажу, как бы он в моей голове, а потом подумал, какой же я бесстыжий, что мне перед Богом не стыдно, понимаешь? А перед батюшкой стыдно, перед человеком. Ну, перед Богом стыдиться когда надо, когда грешим. То есть в момент греха надо стыдиться, а потом-то уже что стыдиться? Да. Потом уже смысла нет. А перед батюшкой ты что? Просто все, вот, знаешь, да стыдно идти, а говорить. Ты понимаешь, мы настолько ограничены, мы даже и грешим ограничены. Сегодня таких грехов, чтобы у всех все одно и то же, понимаешь? У всех все одинаково. То есть когда к священнику подходит, там он только вздыхает, о, ну уже надоело вот это слушать. Сегодня с утра опять, или вчера? Вчера написал я ему что-то. А, зашел в контакт про то, что он мне прислал. Давно еще прислал и ничего не ответил. Про то, что русские думают о том, что они самые крутые, а на самом деле русские убийцы, лжецы, скоты. Там. Представляешь, мне вот присылает сам русский, я русский, он мне присылает такие вещи. Да он не русский, это дух уже. Русский – это по духу, ну, человек, который. Это все равно, что как евреи. Вот евреев их нету. Это были древние племена. То есть сейчас есть евреи узбеки, есть евреи негры, есть евреи там европейские евреи. Это не национальность евреи, это предрасположенность к вере. То есть евреи – это духовный человек, верующий в Бога. Вот мы... Нас Господь призывает стать евреями уже по духу. Вот. Да. И русский то же самое. Кто такой русский? Русский это и есть, как Достоевский говорит, что без православия русский дрянь. То есть мы были вот такими до того, как пришло православие, да, на Русь. У нас тоже такая, можно сказать, племенная жизнь была. То есть князья там разбито все было как бы. Ну, разрозненность, межусобные войны были, все такое. Вот, и когда пришел Христос на Русь, да, вера пришла, мы объединились все вместе. Людей это объединило во Христе. Вот тогда мы вот и стали вот этим оплотом и примером для мира. То есть представь, вот мы имеем 1/6 суши. Господь кому это дал? Русскому народу. А народу какому? Именно православному народу. Это кто вот сейчас вот так выступает, что это уже не русский, это американский. Американский явно, и он и хочет из России-то уехать. Здесь все плохо, все кризис, все бросай, уезжай, разрушай. Все, у меня такого нету, я готов до конца тут. Конечно, я не застрахован, что завтра придут ко мне домой и скажут, давай-ка, либо будешь так, либо уволи отсюда. Но это уже другой вопрос. Написано, каждый побежит к своему народу. То есть Господь, когда после разрушения Вавилонской башни, вот это было после потопа, то есть люди собрались тоже, жили, ну как, не секта называется, а как? Племена. Племенами жили люди. Вот.
И эти племена собрались тоже в одно такое большое племя и сказали: давайте вместе жить, и сейчас мы как башню построим перед Богом, докажем Богу, что мы крутые, что мы не нуждаемся в нем. Вот. И до небес она так и называлась, Вавилонская башня. А, да. Вот. И Господь ее взял и разрушил, эту башню. Вот. И разделил всех людей на языки и народности. Тогда на земле после потопа один язык. То есть люди понимали друг друга все. А вот именно вот из-за этого это и есть экуменизм. То есть тогда был экуменизм. И сегодня стремятся к этому, чтобы создать одну веру общую, привести одного правителя. Все повторяется. На мире нет ничего такого, чтобы чего не было. Просто видишь, люди не смотрят за историей. Я вот не пойму, неверующий, что ли, человек? Нет, про патриарха-то. Неверующий. Неверующий? Вот как про Калинин тогда подумал. Он либо обманщик великий, либо это реально все с ним случилось. И тут тоже думают, либо он атеист, либо он мошенник. Он неверующий человек, он исполняет программу свою. Патриархи от начала избираются при помощи жребия. То есть бросается жребий, и на кого выпадает, того и ставят патриархом. Его выдвинули числом голосов. Ну и готовили. Он на Первом канале вел, помню, программу, с детства прям смотрел его. Рождение нужно от Бога, чтобы видеть вот эти моменты все в жизни. Для этого вот человеку духовному, ему не надо что-то объяснять, вот он такой, сякой. Ему только вот покажи одно лицо его, и все понятно будет. Опять же, вот вернуться в то, что сомнения есть, да? Вот, допустим, смотришь на Федора Емельяненко, да, на бойца, на православного. Тоже неверующий человек. Почему? Да потому, ну это вера вот такая, как и у всех православных. Ну да, да, но все равно он представляет, что он съездил в девять раз, что-то у него щелкнуло, там, он уверовал. Все равно полностью изменился, вообще полностью человек поменялся. Не знаю, я не вижу никаких изменений. Смотри, вот даже вот то, что он развелся с женой, женился на другой, родил, по-моему, двух дочерей, а потом, когда уверовал, батюшка ему сказал, он посоветовался, видимо, и вернулся к старой жене, развенчался с новой женой, повенчался со старой женой, живет со старой женой. Он стремится, он хочет, у него есть стремление к вере. Но пока еще не получается, потому что в среде, в которой он находится, там невозможно уверовать. Вот есть ролики в интернете, где он матюкается. То есть его снимают на камеру, он на мате просто разговаривает. Понимаешь, и видно. Это было до воцерковления, это было еще, когда он в Японии дрался. А потом... Сейчас вообще он... Знаешь, кстати, почему он молчит? У меня друг ездил в Ставрополь и в командировку от РЖД, там что-то с кем-то. Ну, по ремонту. И встретился с мужиками, со ставропольскими. Ой, не в Ставрополь, а в Белгород. Откуда Емельяненко. И он сказал, что там мужики не разговаривают на русском языке, они на мате разговаривают. Там прямо вот невозможно. Это слово, одно слово, шесть матерных. Потом я вспомнил, что Емельяненко, оба брата, они оттуда. И как-то включил ролик, там Федор дает интервью и минуту, наверное, молчит, не может сказать. Потому что у него в голове один мат. Вот он и молчит, понимаешь? 2-3 слова выдавил, все, пожалуйста. Я не буду говорить, потому что я не знаю. Год-3 за ним не видел, ничего не смотрел. Нет, сейчас он вообще отказался от публичности, там он нигде ничего не дает. Очень редко его поймать вообще. Ну, я посмотрю обязательно. Возможно, я и не прав. Да. Я за ним-то слежу. Кстати, вот благодаря ему, можно сказать... Ну, а драться продолжает? Он, знаешь, что, закончил, карьеру закончил, потом вдруг что-то опять вернулся, проиграл, потом опять выиграл, то есть начал уже понимать, что во Христе нельзя вот этим страстям предаваться. Он уже без вот этого, без этой агрессии не может побеждать. Все, это уже очевидно. А сейчас он дерется из-за денег, потому что, по сути-то, он ничего не умеет. Боец. Да ладно, не умеет. Это не оправдание, боец. Бойцов у нас один бой только с грехами, и все. А бить человека, ты что, христианин? Мы
врагов любить, надо при своих. Но он американцев бьет. Бить ни в коем случае. Какая разница, все люди. Не, пока вот пока находится человек в среде в такой. Ну, в любой, в миру находится человек, невозможно. Да ну нельзя, ну потому что нельзя двум господам служить. Как ты двум господам угодишь? У меня сегодня мы с женой разговаривали, и вот тоже вот на эту тему она говорит, как, с чего мы начали-то? Что, мол, типа, я всех учу, а сам за собой не слежу. А я говорю, я не от себя тяну, говорю, мне от себя ничего не надо. Вот как написано, может быть, где-то я что-то неправильно там не понял, может быть, где-то еще не узнал, но какие-то вещи элементарные, курение там, или блуд, или еще какие-то вещи, я могу сказать человеку и говорю, она говорит, ты не имеешь права, какой же ты там христианин, если ты осуждаешь. Я говорю, это не осуждение, это обличение. Понимаешь, у меня в голове сразу... Мирские этого не понимают, они не понимают. Они же, видишь, они меряют сразу по-своему. То есть, если ты говоришь на человека, значит, ты со злобой говоришь. А христианин, когда обличает, он с любовью это делает, чтобы человека исправить. Вот и она мне говорит, тогда ты, получается, я говорю, буду ходить в церковь, буду вот по этому пути, на который встал, буду идти твердо. Она говорит, тогда ты потом откажешься от гулянок, от кино, от музыки. Я говорю, тогда, да. Ну, и понимаю тут же, что она-то сейчас или заплачет, или не поймет. Как-то, и понимаешь, у меня уже начинается и крик, что она не понимает. Я уже думаю, потом раз, потише. И думаю, ладно, надо время просто, наверное, чтобы она это все поняла, и вместе. Нет, это только примерами своими показывать, что тебе неприятно, допустим, та же музыка. Я сказал, пожалуйста, будем ходить в кинотеатры, но если что-то вдруг мы увидим с тобой, что там порнография или мат, это же нужно просто обличать. Вышел и сказал другу, ну, с кем ходил, или друг другу, что вот так и так, вот это вот больше нельзя допускать. Если и тогда вместе придем, да, конечно, она будет понимать уже со временем. А пока-то как? Ну да, как-то такой подход нужен, мягкий. Потому что многие, видишь, начинают путь. Да я сам такой был. Они уж боятся. Да. Люди приходить стали, бояться. Вот она тоже говорит, что от тебя все отрекутся потом. Я говорю, так это же написано. Все обязательно. А это будет первым доказательством того, что ты стал христианином. Обязательно должны все отойти от тебя. То есть старые друзья, неверующие. Да уже все отошли, кто мог-то. Даже брат вот сегодня переписывались, и тоже надо помягче, конечно, но он обижается на то, что я святоша, а он червь, понимаешь, ужас, и как вот ему до него донести, он вообще, мне жалко его, прям аж ком в горле. Это зависть, завидую. Да не, он, мне кажется, за него взялись крепко очень все эти сущности. Это подобно тому, когда непьющий человек приходит, у меня есть такой пример, всегда я привожу, человек приходит в общество, да, пьющий стол сидит, все выпивают там, и один трезвенник не пьет, и они будут настаивать, заставлять, выпей, да ты что, болеешь там или что, да выпей, и вот на протяжении всего стола будут ему навязывать выпить. Потому что совесть внутри осуждает, понимаешь, человека. Перед ними и чистые сидит, а они понимают, что они в грязи, духовно они понимают. Поэтому они всячески будут принуждать его. Так и вот с этими вопросами то же самое происходит. Будут всячески, это я тебе говорю, это самая настоящая зависть. Потому что ты нашел чистый источник и пьешь из него, а они продолжают из болота хлебать. Да. Святоша говорит. Ну а в чем? Святоша, в чем выражается святоша? То, что я всех обличаю, а сам, типа, это. А нет, он мне не говорит, что вот ты сам, вот. Что, мол, мы все тут ползаем, а ты, типа, это. Тебе, говорит, самому-то не стрёмно от своей святости. Вот так вот. Представляешь, мне пишет. Издевается как будто. Будут времена, когда это будет постыдно, будут смеяться. Это уже
Видишь, сатана настроит мир настолько уже против вот христиан. Я же говорю, скоро законы, они уже постепенно входят, законы Яровой, вот это, да, и чтобы ну, уже контроль такой был над языком. То есть я еще продолжаю там патриархе что-то говорить. Вот, ну, о Путине я ничего не говорю, о патриархе говорю, потому что нужно говорить. Вот. А скоро придет время, что за мной приедут и просто, я не знаю, штрафы наложат, посадить меня нельзя, я сидеть не умею. А то, что, или, я не знаю, что-то применит, ну, канал как минимум точно закроет. Это у меня, вот на днях я даже записал, сделал запись, это ФСБ. Звонит, я еще сплю, а утром звонит матушка, берет трубку, и это из ФСБ, Сергея Козлова можно услышать. Ну, я подходы их знаю, в принципе, они... Ну, вот на его паспорт, на его имя было в Самаре оформлено купля автомобиля КАМАЗ. Нам нужно посмотреть его паспорт. Вот. Я уж тут сразу бам, у меня сразу... Ну, Господь дает знать, что это, кто это. А у меня... На сайте, я еще лет 10 назад, как только сделал этот сайт, поставил там паспорт свой. Но тогда уже тема вот эта была, начертание, там все такое, личный код. И я вот в графе, где личный код написано в паспорте, я там написал православный. Ну, то есть не в самом паспорте, а на файле. Вот. И выставил его там на общее обозрение. А люди, ты видишь... Сегодня это же опять такие вот православные. То есть сегодня на два лагеря разбито православие воинствующих. Вот это из той группы, вот такие воинствующие, они выискивают все, они каждое слово, как сканер, знаешь, вот так жж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 
там из другого города, написали заявление в ФСБ, в наш город, понимаешь, чтобы меня проверили. Ну, я говорю, я не пущу никого. Хочешь, говорю, выходите на скайп и там покажу вам паспорт. Ну, я на этом, на сайте сразу заменил эту картинку паспорта, то есть без, поставил без этого, отсканировал, какой он есть, без надписи православный. Они, видимо, заглянули, что чистый паспорт, вот, и не стал он мне звонить. Зря я, конечно, сделал, так надо было, я хоть ролик сделал бы. Ну, как пример того, что государство уже начинает христиан вот так, ну, можно сказать, контролировать. Игнатьевич видел тоже ролик, выстрел, к нему приехали. У него тоже там ролик стоял, где он нелестно говорит о буддистах. А через что? А закон... Свобода слова. Какая свобода? Пакет Яровой уже в этом вошел. То есть это разжигание межнациональной розни, чтобы не было вот таких вот вещей. Да мне вас опросить, если что. Пожалуйста. Не снимайте, не надо снимать. Нет, это не нарушайте закон. Самоуправство называется. 330-я статья уголовного кодекса. Какая самоуправство? 330-я статья. Какая? О гражданском УКРа Российской Федерации. Нет, нет. Вы не имеете права говорить. Только 5 мест нет. Во время секретного, когда закрыто совещание Думы, электроэфициеры где-то... Давайте мы это упустим. Никак, это никак. Смотрите, в отношении вас да. поступило заявление. Пожалуйста. С города Самары. Ну. Якобы, знаете, что... Что где-то вы там на сайте... говорили там что-то против буддизма. Ну, что я говорю, показать надо. Это делают православные такие, ну, враги, слуги дьявола. Вторая часть, да? Да. Они всячески ищут подходы, и они найдут скоро, потому что закон эти... Закон, он, ну, свойство такое имеет изменяться, поправки принимает. Вот. И скоро вот это то, что мне вот это говорю, там, патриарх неверующий, да, патриарх, там же даме поставлены, за это карать строго будут. За Путина то, что... Ну, я, допустим... А я даже не знаю, что про него говорить. Ну, да, он неверующий человек, неверующий там правитель такой. Хотелось бы лучше.
Но у нас приписано за царей начальствующих молиться нам. Вот нам нельзя их, потому что, конечно, хотелось бы настоящего верующего царя в страну. Вот. Конечно, он не... Но я вижу то, что через него работает Бог. И он не сопротивляется. То есть пока будет в стране Путин, в стране будет порядок. Как только свергнут его, все, и придет Антихрист. Я сегодня смотрел Осипов по поводу того, что вот эти все штрих-коды. Он сказал, чего вы боитесь? Я, говорит, как православный христианин, мне плевать, кто обо мне что смотрит и где я нахожусь, ну, кто за мной следит. Вот я поехал туда, вот сюда, какая разница? Я везде чист. А типа чипы вот эти сами управлять не могут человеческим разумом. Понимаешь, поэтому, говорит, ну, нечего бояться. А с другой стороны, вот как патриарх сказал, почему народ возмущается, говорит, и вообще церковь возмущается вот этим всем новым технологиям, потому что сегодня деньги заменят, паспорта заменят в одну карточку, в один номер, а доступом к этому всему могут воспользоваться другие люди, разные люди. Понимаешь, допустим, раз денег нету, налички нету, все, может, ты подконтрольный, все, ты ничего не можешь купить. И поэтому, а завтра тебе скажут, либо давай-ка крест снимай, и мы тебе хлеба дадим, все. Это не то, что люди другие, а само государство будет пользоваться вот этой возможностью. То есть, я же тебе говорю, так и будут наказывать, что раз в интернете о тебе что-то увидели, комментарий какой-нибудь там нелестный против кого-то, или там в Ютьюбе ролик тот же, да, тебе бах, карточку отключают, и все, и ты не жизнеспособен. Это же государство будет так именно управлять народом своим. То есть люди уже будут, ну, как это, концлагерь такой же. Ну, патриарх против этого, он сказал, что нужен выбор, людям давать выбор. Да не надо людям выбор, да? Надо это запретить, ни в коем случае. Об этом написано в Откровении. Кто примет начертание, тот уже не спасется. А он, видишь, он посередке старается. У патриарха должно быть четкое мнение по любому поводу быть. Да. А посередке, кто идет, это именно теплохладные, о ком и написано, что ой, если бы ты был холоден или горячий, ну как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Нельзя быть в этом мире, надо определяться сегодня. Сегодня время выбора. Или ты с Господом, или ты с миром. Все, третьего не дано. Все на самом... Ну, я верю в то, что пока Путин будет, он эти карточки не пустит. А он уже несколько раз, ты же говорил, что он отказал, да, закону этому? Ну, в 2012 году еще... В 2012 году мы уже писали эти отказы были, ездили. Ну, я там привлек тоже, не знаю, человек 10, вот, отказывались. Вот, и тогда уже в 2012 году должны были всем выдать вот эти карты. Первая универсальная электронная карта для предоставления гражданам госуслуг будут выпускаться с иностранными чипами. Об этом сегодня на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики сообщил Дмитрий Медведев. Глава государства подчеркнул, что сейчас главное запустить проект. Планируется, что новая карта заменит все социальные, которые выпускаются в регионах, а также полисы обязательного медицинского и пенсионного страхования, студенческие билеты, проездные и некоторые банковские карты. В соответствии с планами развития информационного общества в стране, к 2015 году все государственные услуги должны быть переведены в электронный вид. Воспользоваться ими можно будет как раз с помощью универсального документа. Универсальную карту можно будет использовать не только в качестве такого инструмента для безналичных расчетов, не только как инструмент общения с государственными структурами, но и как полноценное платежное средство как в России, так и за рубежом. Вот мы сейчас смотрели все возможности, которые предоставляет универсальная платежная электронная карта. Эти возможности, конечно, впечатляют. Причем нужно сделать все для того, чтобы та карта, решение, которое мы примем, имело универсальный, в полном смысле этого, характер. То есть, чтобы она была универсальным финансовым инструментом, который позволяет его использовать
и в России, и за границей, а не какой-то доморощенный продукт, который не получил признания в других странах. Мы это уже когда-то проходили, и карточки банковские создавались сугубо российские, значит, которые принимались только в ограниченном круге банков. Ну, вы понимаете, чем это закончилось, они просто вышли из обращения. Поэтому нам нужно обязательно создать универсальную карту. Я смотрел ролик в интернете, там парень после армии пришел, рассказывает, что типа хотел стать офицером, ему предложили служить, а потом он узнал, что там делают вот это нанесение какое-то номера, ну то есть то, что про то, что ты говорил, американским оборудованием все это дело, там прям объясняли, как это все делается, он отказался. Чипы под кожу, люди сами есть, такие мастера уже сами ставят, то есть уже ему в автобус он заходит, ему не надо расплачиваться, он проводит там по этой парамке, в магазине также расплачивается. Небольшой синяк на левой руке – след от операции по вживлению чипа в человеческое тело. Между большим и указательным пальцем Константина Бочарова электронное устройство длиной 10 и шириной 2 мм. Вставил прибор при помощи фирменного шприца и своего друга. Рука заживала двое суток. Теперь мужчина может пользоваться ладонью как ключом от электрозамков. Можно было отказаться от ключей домофонных, по крайней мере. То есть дома планируется только установка такого замка. Но с домофоном, допустим, возвращаешься с пакетами в руках домой, и то есть можно делать вот так. Установить чип в руку Константин решил еще в прошлом году. Выбрал модель, заказал из США. На покупку и доставку ушло чуть меньше 5000 рублей. В программной памяти только один ключ. Однако перепрограммировать чип можно в течение 2 минут. Система работает просто. К считывателю подносится электронный ключ. Система запоминает сигнал и после передает его на руку. Это удобство. Вот, ну и все-таки новинка, новшество какое-то. В скором времени Константин планирует вживить себе еще один чип, чтобы заводить, например, машину или вместо банковской карты оплачивать в магазине товары. Таким образом, нынешний девайс не придется постоянно перепрограммировать. Нагружать себя электроникой не боится. Устройство невозможно сломать. Слишком прост механизм. Отследить хозяина тоже не получится, ведь включается чип только при контакте с электрозамком. А это же все приведет к чему, что человека полностью роботизирует. Начнется вот с этого малюсенького чипа и пойдет, и предела этой технологии не будет. Будут постоянно усовершенствовать ее, будут детям внутри вставлять уже у них вот этот вот, как это, родничок еще мягенький такой на голове. Вот туда уже будут вставлять чипы, с помощью которых дети будут обучаться любому предмету, любой науке. То есть ну, внутри тебя будет, представляешь, язык любой, за, ну как вот компьютер работает, процессор, так и у человека будет. Вот почему этот Медведев старается упразднить вот всю эту школьную программу. Он-то он как мальчишка такой, 15-летний, да, да. И вот это всем он радуется, нам всем. Вот. И у него мечта какая, чтобы именно вот обучаться вот с помощью вот этих чипов, да. Не слышишь, ты умным какой, за сутки ты можешь научиться всему, что в мире есть. Такой умный. Не хочу. Мне и так хватает, я научился, блин, не тому. Слушай, а вот как насчет того, что вот у меня такая мысль посещает дурная. Знаешь, вот когда мне друган вот этот говорил, который в московской церкви-то, говорит, что мы святые. Я говорю, как святые? Ну, святые это вон отцы наши, которые там примером являются. А он говорит, нет, мы тоже святые. Люди, которые проповедуют Евангелие, мы являемся святыми. Понимание просто слова святое, святой уже не так понимаем. Я говорю, я не могу как-то сказать про себя, что я там даже избранный или еще какой-то. А вот сейчас думаю, когда вот смотрю на то, как люди обижаются на правду. Мои люди, близкие. Я думаю, неужели... Ну, как мне относиться к моей мысли, что не то, чтобы я избранный, там, а то, что у меня есть такое желание, а у кого-то нет такого желания, понимаешь? И где грань между прелестью и вот этим всем делом? А святость их учит просто. В православии, видишь, вот это учение, оно... как бы принижено, чтобы человека не вести, вот как ты говоришь, прелесть, я не люблю это слово прелесть,
вот такой соблазн, они хватают быстренько вот это вот. То есть они рождаются свыше моментально там, вот, святыми становятся, у них нимбы уже зажигаются над головами. А святых написано в Евангелии, да, вы народ святой, люди взятые в удел. Но они сами себя не называли святыми. То есть святость в чем? Святость в том, что в них Господь поселяется, и через них уже начинает действовать. Вот в этом святость не то, что сам человек святой, а то, что он дает место Богу, в этом святость. Но говорить об этом ни в коем случае никому нельзя. И никогда. То есть тебя сами должны видеть люди и выносить какое-то определение твоему духовному состоянию. Мы в молитве опять же просим, как Отче наш говорим, написано, да светится имя Твое, и чтобы в нас входил Господь, и чтобы мы становились святыми людьми. А давай разберем вот Отче наш поподробнее, как вот. Нет, нам надо уделить просто этому место. Вот, а так это тяжело, не объяснишь, это надо, я тебе, чтобы говорил, не останавливаюсь часа 2-3, а у меня силы не хватит. Как, кстати, здоровье-то? Еще раз прошу, все одно и то же. Да нет, вот здоровье. Самочувствие, как у тебя вообще, ну, в целом? Плохо, очень плохо. Бывает невыносимо плохо, бывает очень плохо, а бывает плохо просто. Вот сегодня очень плохо. А что хоть, что происходит? Среднее такое. Что происходит? Ну, что болит-то, как вообще... Да боли у меня во всем теле, начиная от плеч и до кончиков пальцев ног, у меня боли. У тебя зубы когда болели? Ну, знаешь, какая зубная боль, нерв, когда в зубе болит? А это все тело вот так болит. Во сне нету боли. А засыпаешь, как хорошо спишь, долго? Да, ну, постоянно, редко у меня бывает, когда я ночью все сплю, а так от боли по нескольку раз просыпаешься и не можешь заснуть. А нет у тебя отчаяния такого, не бывает, что прям? Я не знаю, что такое отчаяние. В смысле, ну что, как, почему, за что, так, такие вопросы? Почему тебя? Ничего себе, во мне Господь живет вот только по этой причине, что я попал, да? У меня же канал, как называется, парализован во славу Христа. То есть мое состояние для того, чтобы Господь жил во мне. А был бы я сейчас на ногах с руками, и я не знаю, жил ли во мне Господь бы. Я не уверен, понимаешь. По крайней мере, я вот такого состояния, в котором я сейчас нахожусь, я не смог бы добиться на ногах. Ну, оно перекрывает, вот это состояние в тебе перекрывает боли? Или... Человеческое это все равно тяжелее. Это от Бога все дается. Уже человек не плоти, уже живешь, а духом ты стараешься не обращать на плоть внимания. Ну, видел, как буддисты, вот эти монахи буддистские тренируют себя. То есть там они режут, колят себя и стараются на боль не обращать. Ну и вот как-то у меня тоже немножко есть такого. Они, конечно, совсем герои такие. Но это от сатаны все у них. Сатана дает такие возможности. А мне Бог дает не на 100%, есть такое, но процентов 25-30 также есть. Да, чудо. Люди парализованные, вот такие вот лежачие, люди страшные. Я боюсь. Я смотрел одно видео, там парень, да, какой-то звонил. Его тут же подцепил там Христос один, Иисус Христос. У меня вот за последние три года было два Иисуса Христа. У тебя? Ну да, ко мне приходили, общаться со мной хотели. В смысле, домой? Два Иисуса Христа, потом четыре пророка и один апостол Иоанн, который называл меня апостолом Яковом и сказал, чтобы я за ним, с ним шел вместе. Ужас. Я тут как-то зашел к какому-то там, кто-то
какой-то мужик в твоих комментариях писал, по-моему, там такой в очках фотографии, в кепке, в очках в черных, солнечных. Это царь. А, царь, да-да-да. Я тут решил ему написать, спросить, что это, ну, что происходит, говорю. А потом он мне как начал свои мысли заключения присылать. Я сразу понял, у меня брат был двоюродный, он в дурке сидел два года. Ему давали блокнотик, и он тоже писал там, ну, заставляли писать мысли свои. Я понял. Он мне тут про купол писал какой-то, про купол церкви. Что это капля знаний, переходящая в крест, а крест это перекресток двух фактов, и получается, что вообще, и причем так... Он тебе там понапишет, да, интересно. А я тебе рассказывал, как в церкви, в Сергиев Посад я ездил раньше, девочка маленькая, прям где мощи лежат, она свечки тушила, рассказывал? Почему захожу в церковь, стою, около иконы Богородицы стою. И девочка, ну вот, буквально с рюкзаком, наверное, класс может быть там 5-й, 4-й, 6-й, не знаю, маленькая, с бантиками. И она бегает вокруг подсвечника и кричит мужским голосом, таким прям грубым мужским. Куда вы меня привели? Зачем вы меня привели? Что-то какие-то фразы выбрасывает. И пальцами даже, ну, бывает там, раз слюной свечку затушила. Она прям пальцами тушит свечки. Мать стоит вот так вот. В Сергиев Посаде, где мощи Сергий Радонежский. Прям в соседней комнате, где мощи. А мы вот в противоположной стояли. И вот, представляешь, мать ревет, она в шоке, она не понимает, что происходит. Она плачет, рыдает. А я почувствовал какую-то такую силу, и у меня было ощущение, я либо сейчас выбегу, либо в обморок упаду. Прям холодный страх такой по телу прошел, представляешь? По поводу... Знаешь, что хотел спросить еще, кстати, с другом разговаривал. У меня друг сейчас, вот, тоже Серега, хочет ипотеку брать, друг. Думает. Вчера позвонил мне, и мы с ним рассуждали. Плохо или хорошо это. То есть сейчас слышал, кризис произошел, там доллар растет, и все эти собрались, наши чиновники. И Путин сказал, что сейчас нужно поддерживать олигархов, чтобы они стали более такие твердыми, чтобы народ как бы, чтобы олигархи поддержали народ. То есть такая цепочка, понимаешь? И вот неизвестно, что сейчас будет и с ипотеками, с недвижимостью, вообще с рублем, может, он произойдет опять. И вот как ты думаешь, стоит ипотеку брать вообще в целом или нет? У него есть там 400 тысяч. Я ему предложил продать машину, купить участок, построить дом. Хоть какой-то. Я же занимался недвижимостью. Я там 6 домов построил на продажу. Продал. И знаю, как это. И он строитель, кстати. Он знает, что и как. А жена у него говорит, хочу квартиру. И прям ревет. Да это все размышления, опять же, по миру. Ты рассказываешь мне все. Я понимаю, ну понимаешь, человек-то живой. Неужели ты думаешь, если я что-то скажу, и он послушает? Нет, а я уже ему сказал, что смотри, нас уже как минимум четверо. Есть ты, есть Серега Корев, есть я и он. То есть, получается, мы уже можем даже созвониться четвером, какой-то вопрос решить, понимаешь? У каждого свое понимание, у каждого свой опыт. Я же говорил тебе о том, что это дело не христианское вообще. Пожалуйста, я тоже самое. Человек, который берет суду, становится рабом взаимодавца. То есть он рабом, его становится. Но вот опять же ты сейчас говоришь, а неизвестно, куда он скаканет этот доллар. Он может скаканет не в 2 раза, а в 22 раза. И представляешь, и чего дальше? Да, я еще говорю, что те, кто дают деньги в долг, они же, им же плевать на людей. Им, если доллар скаканет, то проблема-то не его будет. Он будет решать проблему за наш счет. Он сделает так, что перепишет договор там или еще что-то, понимаешь? И все. Поэтому лучше дом построить. Тем более... Они всегда находятся в прибытке. Вот он процент, за счет процентов, вот даже тех, которые до него были люди, да, или которые после него, они окупают весь свой бизнес. И когда они теряют даже вот десятки таких людей, неплательщиков, может быть, сотни, они в проигрыше ни за что не останутся. Никогда не останутся. Потому что у них прибыль идет, ну, представь, с каждого там
в 5 раз взимается, но если человек берет такие крупные суды, да, вот в 5, до 5 раз прибыль, ты представляешь? А что значит до 5 раз? Это значит, 5 человек могут смело обмануть его, и он не пожалеет о том, что... Ну да. У них уже в процент заложен коэффициент невыплат. Да, да. Короче, быть причастником всей этой гадости, у меня прям сердце подсказывает. Я никогда... у меня есть одна кредитка. 100 тысяч там рублей надо выплатить. И я уже ее там год плачу, не могу выплатить. Понимаешь, вот надо полностью сейчас погасить все. Наверное, так и сделаю сейчас. И все карты все эти отдам, одну оставлю, чтобы работать, и все. Ну, Господь, видишь, Он же нас, Бог к этому призывает, чтобы мы стали свободными. Да. А свободу обрести во Христе только можно. Вот, ну как ты можешь ко Христу прийти, если тебя вот это вот тянет за хвост, вот эта вся дрянь? Ты же не сможешь думать. А что значит прийти ко Христу? Это постоянно размышлять о нем, да? У тебя мысли должны быть только о Боге и с Богом. Но ты же не сможешь, что у тебя будет это деньги и суды, и займы, эти проценты будут в голове крутиться. Я такой эгоист, сейчас сижу, думаю, ты рассказываешь это, а я такой эгоист, я вот с утра даже стою молиться, и у меня, я думаю, не о Христе, а о себе больше, понимаешь? Да это ничего, это нормально, о себе. Ты думаешь, я вроде хочешь, делаешь вид перед Богом, помолиться там, это, прославить Господа, а куда тут, тут боли такие, спазмы, схватки такие, вроде начинаешь молиться и... Понимаешь, что к Богу не молишься, а проговариваешь просто так это все. Это все по плоти, что ж ты думаешь, Господь нам это все простит. Я вот все равно все больше и больше прихожу к тому, что своими словами как-то... Вот, ну, даже читаю правила, выбираю некоторые молитвы, там, убираю. Основное читаю, самое главное, потом своими словами, и оно как-то все равно так... Даже в этом, понимаешь, сатана влазит, то есть он как какие-то мысли, помыслы лишние, что попросил вот это вот, то не то, что даже какие-то там испытания, еще что-то, потом думаю, да. Какие тебе испытания, сиди молча, ты вообще, и вот даже здесь, понимаешь. Не, испытания не надо, зачем? Это у нас одна цель, только кротким и смиренным, дай мне, Господи, быть. Смирение просты, как голуби и мудры, как змеи, да? Вот нам часто этого не хватает, ни простоты, ни мудрости нам не хватает. Не знаем, где говорить, где не говорить. Вот часто, опять же, в общении с людьми, опять же, ляпнешь вроде, и потом себя за язык трепешь. Зачем же ты это сказал, да? Вот. Это мудрость такая змеиная. А голубиная простота – это то, что с собой быть. Маски никакие не надо на себя одевать. Таким, о, я простой парень, не надо что-то там. Начинаю, знаешь, там эти, он по телевизору, там всякие, как это, христианские. Он, я знаю, он человек-то такой один. А приходит там, в кресло-то сядет, там, понимаешь, как начнет там эти выкопили, выстраивает, лицо еще сделает. И показывают же только таких, меня такого вот не будут показывать, понимаешь, на этих каналах, на православных. Кстати, как я с Карева добавил, друзья, сейчас не знаю, как... Я вот, тоже как-то хочется такого общения, а иногда думаешь, вопросов-то и нету, что, как, а так общаться с кем-то, ну, вот видишь. Вот, кстати, вот думаю, что вопросов-то и нету, а когда вот с тобой общаюсь, у меня потом столько открытий. И Серега тоже, что-то я спросил у него, раз из Писания отрывок прислал, там, раз мысль какую-то свою, и так потихоньку. Просыпаешься, вот сейчас вот ты мне сказал много чего нового. Опять же, накручивать не надо, Дух Святой, Он подскажет всегда. Общение главное, Он говорит, где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Общаться вот этим общением благоугождается Бог. То есть христиане, когда собираются для разговора о Боге, Господь радуется, понимаешь? Господь видит своих детей, которые ревнуют по Богу, и он радуется, что они любят. Вот сыновья мои любят меня. Да, он именно так смотрит и умиляется.
И, кстати, вот, жене, да как объяснить мне, вот, я говорю, отчего у тебя так столько страхов-то, что ты сомневаешься в каждом шаге, ты, она, я сам говорю, сам спрашиваю, сам отвечаю, говорю, царствие Божие у тебя нет, я говорю, страха нету, а сам думаю, а у меня-то откуда это все, страх какой-то перед, ну, даже не страх, а ответственность какая-то вот перед всем этим. Почему я смотрю на то, что кто-то курит и бычок бросает, у меня вот тут прям щемит, как, ладно, он курит, это грех, еще бросает, на землю скверняет, еще и плюет, и я раньше так делал. И вот здесь вот, а вот эта толерантность, наверное, вот, которую нам прививают, и все говорят, да, это его дело, что ты лезешь? А мне хочется сказать, чтобы так не делал. Надо говорить. Ну, опять же, говорить с такой, с кротостью. Вот пока нету ее, этой кротости. Чтобы все видели, молитвы просим, да светится имя твое, да? Ты вот обличил человека вот с такой кротостью, а это является как бы еще видом проповеди такой. Человек, он увидит тебе, вот, что ты заботишься, ну, не только о себе, как он только о себе заботится, да, но еще о окружающем мире. Ему, возможно, это и понравится, а он спросит, а почему ты вдруг мне решил такое сказать? А ты ему скажешь, а я христианин. Я так и говорю, кстати. А он скажет, а я тоже хочу таким быть. И все. Уже даже, знаешь, вот просто кому-то пишешь, там, даже сегодня клиенты мне смс-ку писали, и я пишу, спасибо, номер мне прислал, я пишу, спасибо, спаси Христос. А потом думаю, а вдруг обидится, а вдруг он какой-нибудь мусульманин, а вдруг там еще что-то. Видишь, папа, стираю. Потом думаю, надо опять написать. Вот такая борьба такая. Спасибо вообще не надо говорить. Это коммунисты это слово придумали. Раньше говорили спаси, ну, то есть в селу говорили спаси Христос, в городах начинали уже говорить спаси Бог. Вот. А потом уже спасибо, вроде как спаси Бог, да. И вот эту букву ГХ, как бы, и она раз снивелировалась вообще, и спасибо. А потом в словарях коммунисты так и записали спасибо. И люди стали говорить спасибо. А это что? Это молитва извращенная такая. Спасибо. Это Иисусова молитва в извращенном виде. Тогда, если не хочешь, допустим, писать «Спаси Христос», есть сомнения какие-то, да, перед человеком, пиши «Благодарю Ему», и все. А если брат написал «Спаси Христос», он мне написал «Кого?». Ну, он в таком, знаешь, находится. Я пишу «Нас всех он, хорошо». Я что-то еще ему написал. «Слава Господу за все». А он пишет «Хорошо». Все, понимаешь, не может, уже даже переломиться не может. И вот в таких мелочах. Кусается. Ну, кто знает, оно, видишь, это и есть твоя проповедь, а Господь может с ним такое сотворить, что ты его завтра не узнаешь. Да. Он может ракетой в небо взлететь. То есть Господь вот это рождение может за одну ночь сотворить с человеком, он проснется уже другим совершенно. Как с апостолом Павлом, да? Конечно. Буду сейчас, мне нужно себе разбираться, видишь, ты тоже говоришь, что у меня страхи. Страхи реально, у меня с детства страхи. И знаешь, какой страх был? Еще так коротко расскажу. Сон был, я еще маленький, с родителями спал. Вот почему-то два раза мне сон приснился. Или я, может быть, что-то придумал уже с детства, или это реально так было. Вот у нас пианино стояло, фортепиано, и между фортепианом и с сервантом промежуток был такой. И я маленький, значит, сижу на стуле и кручу такой же, типа шарманки с правой стороны. И вот мне какие-то звери выходят там страшные, выходят, проходят между этого пространства. И последний выходит, самый страшный, и говорит, я спрашиваю, ты кто? Он говорит, сын дьявола. Представляешь, два раза приснился сон, и я тогда испугался, к родителям в кровать закрылся. Ну, детские страхи, чего, конечно, надо от них избавляться. То Господь очистит. Видишь, ты даже не покаялся в них. Я вообще не покаялся. У меня не было покаяния такого, чтобы... Я и на причастие-то шел недостойно, я это чувствовал. А он относится к смертным грехам. То, что я причащался такой? Нет, страх к смертным грехам относится. А то, что без покаяния, это уж сам ты для себя решай.
Это за тебя никто не сможет решить. Ты внутри себя разберись. Да. Я подхожу, у меня руки трясутся, ноги трясутся, забываюсь, понимаешь? А надо наоборот подходить. Я это знаю, чувствую, что надо подходить без страха. Сразу не бывает. Тебе и так то, что ты вообще на этом пути находишься, ты Господа да. каждый день должен благодарить и родителей своих. А вот и в деревню ездил, сейчас вот заезжал к парням, они там уголь томят. И представляешь, вот у нас в Нижегородской области, где этот Волга, река, москвичи все берега скупили, все старые дома, все участки, там уже ничего не купить. То есть, понимаешь, как-то раз мы ехали еще года два или четыре уже назад, наверное, давным-давно, заехали в глухую деревню. У меня машина была такая еще проходимая, джип. Заехали в самый последний дом. Выходит женщина, деревня не жилая, выходит женщина в белом платочке, а в доме слышно молитва такая, ну, женщины поют. Понимаешь? Она выходит, а у меня номера московские, и она видит все это дело и говорит: «А вы что, приехали дом покупать, смотреть?» Я говорю: «Ну вот да, ищем участок, хотим дом купить». «Да-да, чувствуете, москвичи, что скоро будет у вас там беда». Понимаешь, уже они, может быть, даже и живут там, молятся. И, ну, у меня, знаешь, какое-то рассеяние есть еще. Я в последнее время вот думаю, что вставать надо раньше, что там какой-то стабильности нету. И как вот, может быть, в этом как-то поработать? Ты думаешь, у меня, что ли, она есть стабильность? Я тоже сам такой разглядел. Ну, у меня, опять же, я могу сослаться на боли, что, ну, не спать могу ночь, потом отсыпаться 16 часов от этих болей. То есть у меня есть на что сослаться. А надо, конечно, для себя режим обязательно иметь какой-то. Ну, она сама дисциплинированность, вот это, знаешь, она дисциплинирует духовному развитию. Есть, вот сейчас едят, а бы как все там схватил кусок, да, и лопают целый день, закидывают себя. Это грех тоже большой, чревоугодие, вот это, или гортанобесие называется. Опять же, есть надо тоже, там, ну, сделаешь себе, установи режим какой-то два раза или три раза, каждый по-своему, да. Вот одному монаха, к нему подходит монах молодой и спрашивает: «Батюшка, это, я ем, говорит, два раза в день, что-то не наедаюсь, может, мне три раза есть?» А он говорит: «Ты что, осел?» Ну, как ослы, знаешь, жуют постоянно. Я сегодня, кстати, разговаривал на эту тему. Я тут другу рассказывал про мясо. Ты знаешь, вот у меня такое искушение было. Я не ел мясо полтора месяца, наверное. И белки, все вот эти яйца, там, молочку. А тут мне все начали говорить: вот похудел, там, синяки под глазами, да, там. Две вещи, получается. Мое вот это вот с детства было, я все время хотел выделиться как-то, одевался, капризничал там перед мамой, что вот это одену, это не одену. И тут меня задело, вот я плохо стал выглядеть, похудел, ослаб с виду, как будто слабый. Потом пришел после Пасхи, значит, наелся мясо, надрезкался, все. И опять полдня просидел в таком состоянии, как раньше был. Вот, кстати, молитва не идет, когда объедаешься мясо. Друг у меня слушал. Он говорит: «А я вот, знаешь, два раза в день ем, и мясо ем, говорит, и все ем. А мне все говорят: да давай еще. А я съел кусочек, мне хватит, все». То есть, получается, он мне сказал, что у меня чревоугодие, а я знал, что я чревоугодник, но настолько, что я... То есть показал пример, что вот человек может есть реально спокойно, мало. Как моя жена, допустим, она вообще там клюет, как курочка. Да без этого главное фитиши не сделать, и все. Я же говорю, сделать это следить, зачем следить за этим? Рамки себе навели какие-то, во сколько, допустим, завтрак, обед, ужин, там, в какие часы. Да. И все. И для себя. Раньше вот как сварила суп, там, борщ, хозяйка, там, мать, жена, я не знаю кто. Сварила суп, там, я не знаю, мясо там на второе с картошкой. Да? Вот, ну ты
ты это съел, и все, и ты больше не ешь до этого, до определенного отрезка, до завтрака. Ужин поел, и все, и ни куски не хватает, главное. Вот. А сколько ты там съедаешь, это уже тебе, организм, чтобы определял. А вылазить из-за стола немного голодным, чтобы было состояние, как будто тебе, ну, еще бы закинул пару ложек, понимаешь? То есть вот с таким состоянием. Вот, потому что человек, когда ест, еда по пищеводу, она продвигается, она идет, ну, как бы мы еще не ощущаем насыщение, она еще в пищеводе находится, а минут через пять она только проваливается вся из пищевода. И оказывается, что ты обожрался. Да, да. Фитиши, главное, из этого не делать там, ни перед кем, чего там ем, как ем. Ну, не хвалиться вообще. Я насмотрелся роликов, там все вон эти рассказывают. Я 15 лет вегетарианец, там туда-сюда. Начинают уже потом снимать про это дело. Время тратить, что вот это так, это... Ну, конечно, может быть, это и правильно, что они снимают. Некоторые там начинают правильно питаться. Но они становятся фанатами прямо этой еды. Да и люди из этого Бога делают, да. Культ из этого создают и отдают всю свою жизнь. Все правильно, все нормально. Клиент нервничает, клиент волнуется, и не надо его успокаивать. Он переходит от тупого недоумения к бессмысленному и беспричинному страху. Не делайте из еды культа. У меня язва. Ну да, если это чуждо. Чем, в принципе, да, если это чуждо, зачем выдавливать из себя, правильно? Без себя ничего не надо выдавливать. Вот у баптистов, у сектантов, у них сейчас это... Ничего, братцы, поем. Они, видишь, что там и собираются люди какие-то такие творческие. Они любят вот это все творчество. Да я бы из-за этого туда бы не пошел. Что да. На собрании свои только час целый поют. Меня раз приглашали там, видите, один баптист. Кошмар вообще. Ну, и у них прямая трансляция идет. Я 3 минуты посмотрел и бросил. Куда там эти песни? Ну, хоть про Господа, хоть слова хорошие, но невыносимо вообще. Я не могу. Да я вообще никаких песен уже лет 12 не слушаю. Вообще никаких, никакой музыки, ни песен. Только для фильмов там в YouTube беру какую-нибудь иногда. Да, прикольно получается. Я не знаю, у меня музыка в машине. Дома я уже не слушаю, как бы у меня уж и дома-то так, как такового нет. Я живу. Есть квартира, есть хорошо. А так машина, мой дом, можно сказать, у меня тут, кстати, вон этот есть телевизор. Не телевизор, а этот. Музыка это от Бога всего. Я раньше, знаешь, как тоже по этой музыке. Я без музыки, без MTV жить не мог вообще. А Господь забрал все, отнял, и как грамма не осталось. У меня даже сейчас отвращение к этой музыке. Да. Это все, оно, понимаешь, ты же, когда каждая музыка, в каждой песне, в каждой музыке свой бес находится. Вот, я имею в виду мирской в такой, который уводит. И это состояние легко, оно определяется в человеке. Ты же понимаешь, что и одна песня тебя к такому состоянию склоняет, да, другая к другому. В теле чувствуешь духи, какие поселяются. Иногда бодрость, иногда там какая-то печаль, да, поселяется. Это все духи нечистые. Игра чувствами, да. И вот представь, она музыку у тебя играет, и в состоянии в любые тебя вгоняет, лишь бы только не в состоянии в Господе. А я еще такой человек, у меня слух есть, я петь-то не люблю, а все время ногой притопываю, вот это вот прям, и чувство, оно разжигает, каждая мелодия во мне прям разжигает, хочется, сейчас поляс прям пойду, как бы такое ощущение. И раз прекратишь, вроде думаешь, все, не надо, все. Дальше едешь, слушаешь, и опять все это заново. Не надо это все. Дисков вон накачай, этих не дисков, а флешки там, что там, я не знаю, у тебя. Ну да, у меня здесь. Накачай и слушай. Если ты дал предание.ру, там, я не знаю, там целая библиотека, и обслушаешься. Да. Слушай, дни так летят у меня вообще прям быстро, я... Они у всех летят. Хочется. Мир к концу подходит. И написано, что к концу времен Господь сократит время для избранных. Это для избранных все сокращается. Ну, чтобы поменьше мучиться на этом свете.
для человека верующего жизнь мучение здесь. Изначально с детства было такое ощущение, что это все какое-то такое. И жить-то хочется, и с другой стороны, и смотришь, чем старше становишься, тем как-то отвращение какое-то. И в людях разочаровываешься, даже вот родственники. Сейчас, причем последнее время, то ли возраст такой, то ли период такой в жизни, что близкие люди и впадают в такие искушения, и прям вот, ладно, там нагрешил, так продолжают. И никакой вообще движухи даже нету никакой, и желания нет никакого, чтобы там как-то что-то понять, исправить. Понимаешь, вот. Самое главное, что они понимают, принимают это за норму, да, что это нормально все. Это состояние беспокаянное, мы вот с Сергеем говорили, это есть то жало в плоти. Вот, оно в человеке, понимаешь, сатана настолько его пронзил вот этим своим, вот этим, знаешь, бесовским, настолько бесы в нем утвердились в этом человеке, что не способен к покаянию. То есть он все, что в мире, он все, что от дьявола, для него это родное. А все, что от Бога, я же вижу, и с ехидцей, да. Начинаешь что-то евангельское, они с ехидцей такой, значит, из них видно бесы, вот это начинают. А что же тут так, а вот тут так вот, почему? Угу. Против Евангелия. И родители тоже так же смеются, знаешь, как будто взрослые люди, а как не могу сказать дурачки, но реально как дурачки. Ну вот, я говорю, это очевидная вещь, это вот это вот, не по Писанию. Мама у меня раз и смеется так, весело ей так, ну это как-то все не по Писанию тогда, что ж теперь не жить, что ли, понимаешь? Ну вот об этих как раз смеющихся и написано. Горе вам смеющихся, ибо вас плачете и возрыдаете. Вот как раз, понимаешь, эти люди, когда они придут уже на суд, им все это откроется, то, что да. Они, от чего они отреклись. Ты представляешь, какая там, какое отчаяние у этих людей. То есть они тут же захотят все вернуть назад и изменить, а возврата уже нет. Это как вот как Лазарь там был, когда умер-то хозяин его, богатый, и попросил, чтобы... Ну, он не хозяин, он просто был богатый, а он сидел возле его дома и ждал ей подаяний. А он из ада просил ему, хоть Лазарь говорит, хоть два пальца обмакни и язык мой охлади. Но это опять же, это образно все в притчах, мы не знаем, как это все происходит, что там происходило между ними. Но все равно надо принимать вот как притчу эту, да, то, что вот такое состояние в аду. Это же не то, что там воды ему действительно, которая на земле течет, не хватает. А ему, конечно, не хватает вот отчаяния, может быть, такое в нем. Такое отчаяние, что он просит Лазаря, Лазарь, ну успокой меня, хоть что-нибудь скажи мне доброе, чтобы я немножко хоть успокоился. Понимаешь, а Лазарь ему, допустим, говорит, ну как я тебе могу сказать, если твоя душа это не принимает? Я тебе сейчас скажу, а ты еще больше огорчишься. То есть такое ощущение, как будто вот этот человек, вот брат у меня сейчас не слышит меня вообще абсолютно, и в таком же состоянии, в закрытом, без развития, то есть нету развития, человек на одном месте стоит, и в таком же состоянии попадаешь в ад и пребываешь. А знание-то пришло, что как сказать, ну ты уже понял, что ты такой, и возможности измениться, уже вырасти нету, все, уперся. А вот, допустим, у нас, у христиан, можно ли себя назвать? Нужно? Можно, называй себя смело. Да. Просто у тебя, когда ты станешь себя так называть, да. У тебя к оправданию уже, то есть тебе будет совесть уже твоя обличать. Называй себя, я христианин, я рожденный от Бога, и не дай Бог тебе это тогда согрешить. Вот, а когда в таком состоянии находишься, ты понимаешь, что я вот открыт, я хочу большего. Хочу и узнать, как к покаянию прийти, и ко всему. То есть и Христа хочу узнать, и жить в нем. Вот ангелы, да, у них, получается, нету права выбора. Они служат Богу без права выбора. А у человека было дано право, и поэтому человек так поступил, да? Почему нету?
У них абсолютная свобода, тут точно так же, как и у нас. Сатана-то отпал от Бога, с неба спал и с собой увел треть ангельского мира. То есть, представляешь, сколько их там, я не знаю, миллиардов этих ангелов было. Допустим, 10 миллиардов, да, сатана с собой 3 миллиарда ангелов увел. То есть, им свободно было открыто. Они ему поверили. Вот как сегодня из православия уходят люди, да. Пожалуйста, пожалуйста, уходите. Но куда вы придете? Вот они и пришли, эти ангелы. Сегодня мы видим, кого они превратились, эти ангелы. Вот, и у тех ангелов, у Божьей твари полная свобода. Ну, я имею в виду такой, разумный. Эти-то по инстинктам живут, животные. Вот, а в раю и у животных тоже были. Вот такая, разум, ум был такой. Ну, не настолько совершенный, как у людей. Но все равно, там в раю, там каждая травинка говорит. С каждой травинкой можно поговорить. С водой можно поговорить. Можно поговорить с деревом. Там все живое. Все живое и все имеет. И все радуется, понимаешь? Радуется своему творению. Все в достатке. У каждого своя достаточность и любовь к Богу, и благодарение Богу. И каждый благодарит Бога. Дерево там, я не знаю, может, листьями как-то шелестит, особенно музыкально как-то. Написано, нам в простоте, как для детей, Господь написал, что как бы Адам вот, и Ева, они нарушили заповедь, нарушили закон, вкусив от плода. Зашли, яблоко это сорвали, и за это и Господь. Это же, понимаешь, это в мире произошло нечто такое грандиозное. То есть это во всей Вселенной, вот, о которой сейчас ученые говорят, о бесконечной вот этой, да, как он говорит, это, у Господа обителей много, да. А вот они, обители вот эти во всей Вселенной, что их не счесть и невозможно. И даже, ну, они, ученые сейчас как бы строят такие догадки, да, что есть такие миры там совершенно с другими законами. И там не на физическом, а на духовном даже уровне. Вот. И это действительно, представляешь, там как в целом в парке можно по этим планетам гулять, и там одна планета из золота, одна из бриллиантов, там, ну и везде вот такое как бы разнообразие. Нам это Господь предлагает. Вот. И произошло нечто такое, что вот эта вся Вселенная огромная, бесконечная, в ней произошло катаклизм, катастрофа произошла, произошло изменение. То есть человек изменился, и все, и вся Вселенная претерпела вот эти изменения. Вот. И Господь это будет все назад менять. Всю эту Вселенную, которую мы видим сейчас, она будет уничтожена. То есть написано, как свиток свернется. То есть оно небо, вот это, которое мы видим, оно свернется в такую, в трубочку. Вот. И люди останутся, то есть и земля сгорит, и люди, вот Божья церковь, она останется стоять как бы на пустоте. Все, ничего не будет уже. То есть пустота вот эта. Вот. И как апостол пишет, я вижу, увидел я новую землю. Вот. То есть, как это будет, я не знаю, как это представить. Можно то, что будет явлена новая земля. Вот. И новая земля, и новое небо. То, а это вот как раз об этом небо, это вселенная вся бесконечная. Будет обновленная. То есть, такой, который... Она была до согрешения Адама и в миллион раз лучше еще. Ну, то есть грех Адама это невозможно объяснить, и никто этого не знает, и даже думать об этом страшно. И нам, видишь, в простоте просто думать надо, что... Ну да, нам дано, да. Ему запретил отец, а он подошел и съел. Это как банк варенья там стоит, ты, внучок, не бери банку. Да? А он залез, эту банку взял и от нее начал есть, и уронил, и разбил эту банку. А бабушка такая заходит, внучок, ты что же? А он на кота, да это Васька, Васька разбил.